Зинаида Пимахина из станицы Азовская отметила памятный юбилей – 85 лет. Поздравить Зинаиду Александровну приехали сотрудники местной и районной администрации, а также глава района Адам Джарим. Хорошее настроение, спасибо за труд, за жизненную позицию. И дай Бог, чтобы еще Господь долгие годы дал возможность насладиться своими друзьями, детьми, внуками, родственниками и жителями нашего прекрасного района. С днем рождения вас! С юбилеем. С днем рождения! С юбилеем. Зинаида Александровна много лет проработала бухгалтером, была внимательным и ответственным работником. Несмотря на возраст, женщина остается жизнерадостной и энергичной. Поздравить именинницу приехал и коллектив Азовского дома культуры. Так с юбилеем, дорогая, с юбилеем! Поздравляем все мы вас сейчас! Море счастья, радости, мгновенья, все сегодня только лишь для вас.